Здравствуйте! 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 Здравствуйте, товарищи, господа! Как ваши дела? Рассказывайте мне, а я пока буду вас читать. Здравствуйте! Здравствуйте всем! Всем добрый день, всем добрый привет, всем добрый вечер, всем хорошего четверга! Вот. Как ваши, соответственно, дела? Рассказывайте мне. Как ваши дела? Хороши, аль плохи, прекрасны, аль ужасны. И все вот это вот сразу мне рассказывайте, пока мы, соответственно, здесь все собираемся. Значит, смотрите, сегодня у нас стрим. Стрим на ВК Play Live, соответственно. Спонсорский стрим, спонсорский. Вот так вот я это должен нажать. Вот, чтобы это было видно всем, чтобы это повисело. Смотрите, товарищи, господа. У нас сегодня... Я сразу всем расскажу, что нас ожидает в ближайшие дни. Сегодня у нас будет, значит, с Дангаром та самая игра, которую давно просили. Та самая игра, которая на сообразительность, на загадки и на все прочее. Если мы пройдем ее быстрее, чем за 2 часа, то мы поиграем еще в бомбу. Вот, будем ее разминировать. Поэтому стрим называется «Загадочно-бомбический». Вот, такое я придумал назвать. Кроме того, собственно, вы можете подписаться здесь платно, потому что здесь часто проходит стрим. Правда, короче говоря, расскажу вам, что здесь часто проходят еще и унылые стримы, о которых я нигде не говорю, кроме специального канала в Телеграме. Вот. Здесь мы играем во всякие игры без камеры, без практически микрофона, я практически не разговариваю, чат сам с собой общается, чату хорошо, а мне, собственно, тоже неплохо. Вот, все подписчики Boosty, все подписчики VK Play Live, соответственно, имеют равные права и там, потому что, по сути, это одна и та же подписка. Вот, в воскресенье здесь будет Subdai, тот самый, который давно ждали все подписчики Boosty, вот. Будет, соответственно, Subdai, на котором те, кто платные подписчики, выбирают игры, в которые мы поиграем чуть-чуть. Вот, это ближайшие планы. Поэтому, если вдруг вы хотите вечером, ничего не делая, смотреть стримы и общаться в чате, есть специальный телеграм-канал для оповещения о стримах. Если вы хотите видеть меня в камере, если вы хотите слышать, как я кричу, ору, то такого на таких стримах не бывает. А сегодня обычный стрим. Хороший, прекрасный, замечательный, веселый, с камерой совсем, с Дангаром. Вот, так, это я пока закрою. Где у меня Дангар, скажите, пожалуйста? Где у меня Дангар? Дангар у меня где? А где чат-то? Летит, твою мать, улетел. Улетит. Улетит, короче говоря, улетел чат у меня. Вот. Так что смотрите, так что это... Да подожди, да какая... Убери, да нет, ну, попозже, не хочу сейчас ничего, я пробую. Где у меня Дангар-то? А вот он. Алло! Алло! Алло, алло! Алло, ты заметил, как я байтил, чтобы люди к тебе переходили? Вот видишь эти цифры, которые там, это все от меня пришли, а? Какие цифры? 7800, а все от меня пришли. У меня ни одного... Я говорю, там Дима такое сейчас показывает, там Дима такое показывает вообще. У меня ни одной цифры в чате нет, ты что-то обманул, ты куда-то не туда их всех да, послал. Да, все от меня, чатик, поставьте плюс, кто от меня пришел. А ты... давайте, чатик, пишите все плюс, кто от меня пришел. Давайте плюс. Ты куда-то не туда загнал людей, скажи, пожалуйста. Куда-то не туда. Вон, видишь, вон, миллион плюсов полетел. А вон. Говорю тебе, все от меня, а. Да это просто люди ставят сами по себе. Ну, они плюс за любую. Да нет. Они вот зашли ко мне, Дима, я говорю, а Дима на ВК Плей. И начал ссылочку кидать. Я говорю, у ВК Плей день рождения. Ты понимаешь, что... Это наш подарок ВК Плею. Ты понимаешь, что люди в чате поставят плюс за любую хуйню. Вот какую-то не напиши, они поставят плюс... Нет, я верю в чатик, поставьте что они все правы плюс, кто говорят, поставит плюс за любую хуйню, даже если он не понимает, за что он ставит плюс. Поставьте. Но это нечестно, должно пройти много времени, а? Там с опозданием, и это все еще мои плюсы будут лететь. А? Ну, конечно, да. Вот, видишь, полетели из полетели. Это мои все еще плюсы. Плюсы летят за любую хуйню. Это у людей разный часовой пояс, у них все еще рассинхрон небольшой. Да, конечно. Это люди, которые за любую хуйню поставят тебе плюс, минус, букву D, букву B.
Какую удобно они тебе поставят, ты только попроси. Вот. Ты уже рассказал, во что мы сегодня будем играть? Нет, я одну игру проспойлерил, о которой мы говорили уже неделю, то, что мы ее планируем. Какую? Keep Talking, что-то там. Я, у меня комп выключен, подожди. А вторую не говорил. А я по этой, я по умолчанию. У меня, понимаешь, у меня рефлекс. Я игру записал, комп выключил. Вот, забыл его включить. Ага. Наконец, поздравляю, кстати, с прохождением Resident Evil. Как тебе? Ну, я рассказывал в конце серии, что как бы... Ну, знаешь, после четвертого Резидента, если сравнивать ремейки второй и третий, то после четвертого ремейка он не особо как ремейк чувствуется. Потому что они такие, вот знаешь, они ориентировались на четверку, и, ну, а четверка, в принципе, ну, куда лучше. А такая же и была уже. Графику просто подкрутили, да, да и все. Угу. Вот. Ну, я прям доволен был, я кайфанул. Да? Я прям камера терпел и хотел переиграть четверку, а. Так я Да, у тебя камера расфокус, и говорят, лагает немножко ВК, ВК чатик лагает. Ну, сегодня день рождения у ВК. Люди празднуют. Праздничные лаги. Да, это просто праздничные лаги, окей. Да. Значит, смотрите, у нас здесь в чате часто появляются, собственно, админы платформы, но не сегодня, потому что сегодня они отмечают. Они записывают всякие хотелки, ваши свистелки-перделки, и все это пытаются реализовывать. Вот. Поэтому, значит, смотрите, сегодня мы будем играть в первую игру под названием The Past Within. Это игра, в которую Дангар будет очень плохо играть, потому что Дангар дотер. А вот. Ты прям идеально, блин, будешь играть. Ты проходил хоть одну Rusty Lake, скажи, проходил хоть одну Rusty Lake? Нет. Вот, поэтому как бы ты хорошо играешь в доту, у тебя совсем под другой заточены руки и заточен мозг под другой. Вот, а здесь нужно совершенно под другое. Поэтому вот. Я вообще я даже без понятия, что это за игра, ты мне ее скинул? Сейчас внимательно, я не оскорблял дотеров никоим образом, я не хотел задеть... Я говорю, что это просто игры совершенно разного геймплея, понимаете? Там одно, здесь другое, как бы не надо сейчас мне... Доты, шахматы, это сканворды какие-нибудь. Да, вот видите, сейчас припишут мне, что я оскорбляю кого-нибудь еще. Ни в коем случае. Все молодцы. Все молодцы, кроме Дангара. Вот. Смотрите, игра, короче, называется The Past Within. Короче, смысл игры в чем? Мы с Дангаром будем... Он, объясни мне тоже. Короче, один человек играет в прошлом, другой человек играет в будущем. На одних и тех же локациях. И нам нужно путем коммуникации решать загадки, я так понимаю, прошлого и будущего и прочее, прочее, прочее. Понимаешь? Я как понимаю, тут даже не надо типа друг к другу присоединяться. Я потому что я ее допустил в настройки зайти, а тут нет никакого кооператива. Это, ну, видимо, как в во второй игре. Вообще так же, правильно? Я не знаю, я же не играл. Я вот первый раз ее запускаю. Вот, смотрите, записи стримов есть здесь, у вас под плеером есть кнопка записи, можно нажать туда и посмотреть, сколько мы здесь уже настримили всего. Так, смотрите, значит, звуковые эффекты. Очень громкая музыка, один потише сделаю на всякий раз, заранее предупреждаю. Не-не-не-не, в игре. В игре? Окей. Так, как включить мне, чтобы было видно игру? Алло, Дангар, говори. Говорю, у меня сердце ёкнуло, когда я игру включил. Сердце у тебя ёкнуло? Блин. Да у меня прям по ушам, знаешь, долбануло как, а? Ты с сердцем-то аккуратнее, а то ведь это как... Помрешь еще ненароком. Как с кем я буду стримить потом? С кем я буду стримить, Дангар? Что ты такое делаешь? Вот. Смотри, я нажал начать. Тут пошли инструкции. Ты скажешь, как нажмешь это. Инструкции, смотри. Играть за Past Within можно только вдвоем, и обоим игрокам нужно иметь свою копию игры. Хорошо. Каждый из вас может играть на предпочитаемой платформе. Связь между вашими устройствами не нужна. Для решения головоломок вам нужно иметь возможность общаться друг с другом с помощью чата или голоса. Вы находитесь в одном месте, постарайтесь не подглядывать в экран друг другу. Но если вы застрянете, можете все-таки подглядеть. Так, я на паузу ставлю. Хотите общаться онлайн, воспользуйтесь нашим сервером Discord. Хорошо. Добро пожаловать на Ржавое озеро. Не забудь рубить, Дим. А? Вебку вруби. Я вебку вруби. А где у меня вебка-то? А что это произошло-то? А где я? В смысле? Пропал. Вот, смотрите. Добро пожаловать на Ржавое озеро, место, где воспоминания заключены в маленьких кубах. Вы здесь находитесь вместе, у вас обоих есть выбор между прошлым и будущим. Выбирайте одно и то же время. Ну смотри, Дангар, ты в какой? Ты бумер или зумер, скажи мне, пожалуйста. Бумер ты или зумер? Ну, я... Кем ты себя я считаешь? Я пользуюсь зумом, конечно, но я все-таки, наверное, ближе к бумеру. То есть бумер — это тот, кто старый, правильно? А зумер — тот, кто молодой. Правильно? Я так понимаю. Вот тут вопрос, в чем я лучше разбираюсь, в старом или в молодом? Ну, я вообще современный бумер.
Ну, да, я понял. Короче, ты идешь в прошлое, я так понял, да? Ну ладно, давай. Ладно, я иду в будущее, Дангар идет в прошлое, хорошо. Вы выбрали будущее, второй игрок выбрал прошлое, ты выбрал прошлое? Да, да. Да, все, я нажимаю «да». Вы доверяете человеку из прошлого? Да. А, нажму «нет», не особо. Ваш сотрудничество очень важно. В прямом, не особо доверяю. Выберите бабочку или пчелу, человек из прошлого должен выбрать то же самое. Сейчас, секунду, чуть звук прибавлю. О, так, что мы выбираем, бабочку или пчелу? Давай выберем бабочку. Давай пчелу. Почему пчелу? Ну, пчела, она полезнее. Ну, давай. Она мед делает. Давай, выбираем пчелу. Хорошо, я выбрал пчелу. Выбрали пчелу, человек с прошлого сделал такой же выбор? Да. Да, все окей, нажимаю «да». Не сомневайся, что вы готовы начать. Готов ли человек из прошлого? Готов. Все окей, нажимаю «да». У нас останутся воспоминания об этом. Хорошо. Допустим. Будущее, значит, глава 1. У тебя что там происходит? Будущее, прошлое, глава 1. Окей, нажмите для продолжения. Нажимаем. Угу. Так, все окей. А, донаты сегодня, забыл сказать, только для мажоров. А, вот, поэтому, если что, так как бы потом читаем в перерывах их. Можете также подписаться на Boosty. Спасибо за подписку на Boosty, если что. Значит, смотри, нажмите для приближения. Кого нажать? Что нажать? А мне для взаимодействия... У меня конверт лежит, это калькулятор. Конверт и калькулятор? Я открываю конверт. Так, а да, вытаскиваю из конверта. Как назад-то? Письмо. Да подожди, ничего не вытаскивай. У меня стоит компьютер. Ага. У меня стоит компьютер, а у меня письмо. У него монитор. И калькулятор. Я смотри, я включаю компьютер. Включил. Откуда калькулятор в прошлом? Ну так это до появления компьютеров. Значит, смотри, у меня написано... Дим, а можете я попросить одну штуку сделать? Какую? Я не знаю, что у тебя сегодня. Чё? Настройки Дискорда зайти и шумоподав включить. А что случилось? У тебя почему-то прям, как будто, не знаю, вентилятор задувает микрофон. Вентилятор микрофон задувает? Ну да. Дискорд, настройки, голос и видео. Так у меня вообще есть... микрофон прям по нулям, шумы никакие не ловит. Настройки, что там? Вот у меня почему-то... Голос и видео. Настройки, ну... голос и видео. Ну. Да, и ниже расширенные. Шумоподавление CRISP. Поставь. У меня стоит. А попробуй на стандартное это переключить. А вот так. Может, просто... Ну, что-то есть, ну ладно, непонятно почему. Перезайти Discord, может, просто? Да не-не-не-не-не. Ну ладно, ладно, все, забей. Не понимаю, что ты от меня хочешь, у меня все прекрасно. Ой, у меня как громко музыка начинает играть временами. Так, ну смотри, а что ты видишь? Смотри, у меня написано... Я вижу письмо, добро калькулятор пожаловать... и какие-то ячейки сбоку. Смотри, у меня написано «Добро пожаловать в кубическое устройство 0118F». Здесь содержится воспоминание с комнатой человека из прошлого. Нажмите «Enter» для продолжения. Угу. Так, значит, я вижу... Нажмите «Enter» для продолжения. Давай, у меня письмо есть, я его открыл. У меня там написано, я могу прочитать, что у меня написано. Вы устанавливаете связь с человеком из прошлого. Внимание, любое действие влияет на комнату внутри устройства. Нажмите на «для продолжения». Для подтверждения доступа введите год воспоминания. Какой год воспоминания у тебя там на конверте? 1926. Январь 1926-го. Ржавое озеро. А как? Нажмите «Enter». А, все окей, я понял. 1900 какой 26-й? 26-й, да. Все окей, Enter. Моя дорогая дочь Роза, если это письмо у тебя, значит, меня больше нет в этом мире. Но надежда остается. Последние пару месяцев я работал над устройством для установления контакта с благонадежным человеком из будущего. Имей в виду, этот человек может влиять на комнату, в которой ты находишься. Пожалуйста, открой эту коробку и жди дальнейших инструкций. Твой любящий отец, Альберт. Альберт. Заметил, как я мировочим читаю теперь? Я к логопеду уже 2 недели занимаюсь. С логопедом уже буковка «С» у меня более правильная, нежели раньше. Чем занимаетесь там с логопедом, с вашим? А, буковку «С». Буковку «С» изучаем. Сука. Ты сука, на слове «сука» тренируешься? Да. Значит, смотри, доступ разрешен, передай человеку в прошлом следующую информацию. У меня мигает куб 3x3. У тебя есть куб 3x3? Я вообще не понимаю, что мне делать-то. Ну, у тебя есть куб 3x3? Я пришлю письмо дальше. Куб 3x3 нет. Да, куб 3x3. У меня есть только Так, тебе надо чуть-чуть убавить в Дискорде, да, потому что ты кричишь. Угу. Так, 90-75. Ну-ка поговори, 1, 2, 3, 4, 5. Говорю, 1, 2, 3, 4, 5. Вот так нормально, да. Значит, смотри. Угу. А, у тебя есть куб? Куб есть какой-нибудь у тебя? 3x3.
И у меня просто письмо и калькулятор. А, подожди, у меня есть. У тебя же какую-то калькулятор, коробку день. Оставили какую-то. Да, это коробка, на которой есть переключатели такие. Так это у тебя шум-то, шум-то идет из игры. У меня тоже гудит. Шум в игре. Я тебя, Дим. Я не знаю, надо перезайти в Discord. Давай перезайду прям 3 секунды. Давай, давай. Давай. Перехожу в Discord. Теперь дангар тише. Но я могу его чуть-чуть прибавить. Чатик Димы стримит на VK Play, если что. Там. О, говори. Вот, говорю. Ну, ладно, потом разберемся. Забей, ладно, да похер вообще, ну ебаный это, блядь, начинать. Смотри, у тебя, у меня мигает 3 на 3 куб. Мигает, короче, если смотреть на цифры, то мигает 1, 5, 9, 3, 5, 7. Подари, 1, 5, 9, 3, 3 5, 7. Да, открыл коробку. Крест. Ну, блядь, ну, конечно, естественно, с моих-то подсказываний. Так, нажимаю Enter, хорошо. Я взял спички. Ты открыл коробку? Да. Открыл коробку. Все, я нажимаю, что да. Бля, у меня скример пошел. Ай, ну я в комнате нахожусь. Ебать, как громко. О, мне спички прилетели, кстати. Да, вот у меня тоже спички. У меня есть спички. А в спичках переключатель. Угу. Хорошо. Ебать, это 3D. Так, требуется подтверждение родства. Введите последовательность картин через панель R17. Чего? Чего, блядь? Так, переключатель. Так, смотри, ты в комнате, давай подожди, ты в комнате, да, находишься сейчас? Ну да, в комнате. Ты можешь крутиться по сторонам, осматриваться вокруг себя? Я могу вокруг ящика крутиться. Потому что у меня тут есть несколько сторон. На одной есть зеркало, часы и комод. Тебе нужно найти картины. На другом. Тебе нужно найти картины. На другом у меня есть дверь с такими, знаешь, как в церквях, с окнами, когда они украшены красиво. Витраж, витраж. Ну, что витраж, витраж, да. Потом серьезно. Есть картины. Вот мне картины нужны. И потом есть гроб. Картины, давай. Давай картины, давай. Какие у тебя картины? У меня есть ворона. Ворона, подожди. Она находится... Давай, у меня есть картины круглые, квадратные, квадратные, квадратные. Мы начали так, начнем. У тебя должно быть 4 картины. Да, у меня 4 картины. Почему у тебя одна круглая? Потому что одна круглая картина в рамке такой круглой. Так мне не надо круглую картину, мне нужно картину не круглую. У меня 3 некруглых картины. Блин. Я бы сказал, даже из них они... Это они у тебя как-то расположены 2 сверху, 2 снизу? Да, у меня расположено так. Вся окей, давай левая верхняя. Левая верхняя — дом. Дом, хорошо, подожди. Дом, правая верхняя. Пчела. Пчела, давай левая нижняя. Лишняя нижняя. Левая нижняя. Ворона круглая. Круглая ворона, ну хорошо, правая и нижняя. Фотография Росы и Альберта. Все, окей, подошло. У меня заработал аппарат. Так, а теперь я тебе должен, наверное, что-то сказать, потому что у меня перевернутый крест, руль, какая-то хуйня на веревочке и окно. У тебя есть что-нибудь такое? Все в этой же комнате? Ну, у тебя где-то там есть, чтобы я тебе подсказал такие подсказки? Подари, у меня в этой комнате есть шахматы. А у тебя есть что-нибудь, что нужно открыть? Точнее. Да, есть в комнате, где картины, есть шкатулка. И на ней 4 символа. Да, и на ней 4, ну, да, 4 символа, но там выборов много. Так я давай тебе подскажу, у меня открылось. Давай. Мы же в этом смысл, понимаешь, мы с тобой коммуницируемся. Да, 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 да. Давай, значит, говори. Верхний левый перевернутый крест. Угу. Справа верхний правый. Руль. Ну, кружок с крестом внутри, с плюсиком. Угу, руль. Да. Дальше. Левый нижний. Левый нижний. Это какая-то, ну, веревка с кружком внизу. Типа как колесо на веревке. Ага, понял. И дальше окно. О, открылось. Ну, а я тебе про что я говорю? Я взял уголь. Я уголь взял. Поджигай. Наверное, я этот уголь могу положить теперь в печку. Бля, у меня мышь бежит. Мышь ебаная бежит. О, я уголь в печку положил и разжигаю его... Спичками.
Да, с печками. Бля, что происходит? И у меня заработала печка. Так, подожди, семейный доступ разрешен. Ой. Сообщите символы. Внимание, комната в устройстве может перегреться. Используйте три слайдера для настройки разрядки дыма газа. Чего? Дима, а? У меня дым опускается вниз. Так ты используй три слайдера для настройки разрядки дыма газа. Понял, что это значит? Это тебе, наверное, а не мне. Я не могу, у меня нет слайдеров. Так, а у меня вообще ничего нет. У тебя они должны где-то в районе печки, а? У меня нет печки, я... Блядь, отвертка есть. Я не знаю никаких слайдеров. Ты сейчас умрешь, получается? Да не, я думаю, наряд ли тут будет такое-то, что умереть. Ну, скорее всего, умрешь. Так, ну у меня опускается. Дым опускается, но ты умираешь. Смотри, у тебя есть слайдеры какие-то? Вообще, что-то у тебя появилось? А что такое слайдер? Это что-то, что... Ну, типа, как в Google Slam, вот этот вот... Мне ту сторону показывает. Вот, ну и что, нажмите три слайдера. Так, так, смотри, первый слайд, самый верхний. Точнее, верхний начинается, ну. Да. Самое начало. Ну. А, второй сверху, самый конец. Ну. И нижний, второй слайд. Все, окей, открылась батарейка. Блять, а у меня все перегорело теперь за тебя. О, все. А, нет, дым ко мне пошел, серьезно? Так, я взял батарейку. Теперь я могу ее куда-то вставить. Вот сюда могу вставить. Ищи. Нашел, куда вставить батарейку. Хорошо. Так, у меня 13-15 и задул вентилятор. Ну, теперь весь твой дым, короче, ко мне пошел. Нахуй мне это надо? Опа. Ну, хотя бы не только у меня. Так, я что-то нашел. Я нашел ключ и диафильм. Мне, видимо, надо найти воду, где набрать, я не понимаю. Я потом взял кастрюлю. У меня горит нахуй. Холодный суп. У меня горит мой прибор. Ты понимаешь или нет? Ты мне поджег нахуй прибор. Тебе не стыдно? Ты поджег мой прибор. Так, ладно, что еще у тебя есть, допустим? Смотри. Я взял костыль холодный суп. Ешь. И у меня есть шахматная доска. А у меня есть диафильм. Диафильм — это что-то, что можно посмотреть. А еще у меня есть ключ. Так, сейчас смотрю, диафильм. У меня еще... Подожди, отвертка. Я должен отвертку взять. А, отвертка, наверное, когда ключи, разобьется. У меня есть комод. У меня есть зеркало, где я смотрю на себя. Это я. Мне бы еще куда-нибудь бы вставить ключ. О, я нашел, куда вставить ключ. Комод. Нашел? Так, подожди, я нашел. Блять, я нашел камеру. У тебя есть камера какая-нибудь? Камера и три символа. У меня есть комод. Я нашел глазок, на нем три символа. А какие символы? Объясни мне. А, ну, крест. Вот эта палочка с колесом и стрелка вверх. Я не знаю, что это, но это у меня открылось. А, вот сюда надо вставлять диафильм, по-любому. Сюда же? Непонятно. Так, что еще у тебя есть? Я поджигаю сейчас... А, так тут инструкция есть, ебаный в рот. Вентиляция свечи, активирована. Я свечи, Дим, нашел. Нет, смотри, здесь есть инструкция. Так, а вентиляция активирована. Сообщите время... Разблокируйте линзу, используйте три переключателя линз и загляните в комнату человека из прошлого. Тебе время. Давай, время. Время 13:15. 13:15. Да. О! И что получилось? У меня дым, ну, у меня это ветерок начал дуть, и дым ушел. Так, мне теперь нужно использовать. Тебе нужно как-то мне сказать вот три символа. Дим, у меня, я начал крутить голову, у меня упала картина с фотографией Альберта, отца, и надпись. Дорогая Роза, носи маску. Ну это чтобы... И ключик дали. Открой что-нибудь. Открой что-нибудь. Так, это для дискеты. Мне... Давай я открою комод нижний. Мне от тебя нужно настройку глазка камеры, чтобы я мог на тебя посмотреть. Чего? Глазок камеры я должен настроить. Камеры. Тебе нужно найти три символа. Или время на часах, посмотри какой-нибудь. Так, я тебе, ну ты мне сказал время, я выставлял, которое ты мне сказал. А секунды какие там? Никаких. Часы поломаны. В смысле, блядь, часы поломаны? Ну, встаю. Все, я понял, точно. А на каком времени они встали? Они стояли ровно в полночь, а я перевел их на то время, которое ты мне назвал. А у тебя 15. Есть там секундная стрелка? Нет. Там две стрелки. Да. Блять. А как тогда жить?
Подожди, что у тебя сейчас происходит? У меня на экране моего компьютера написано: используйте 3 переключателя линз и загляните в комнату человека из прошлого. Всем привет, всем здравствуйте. 3 переключателя линз. Попробуй найти переключатели линз. Нет, я-то нашел. Мне нужно понять, куда их поставить. У тебя есть где-то канделябр? Что это такое? Это подсвечник такой на 5 этих свечей. Нету. А ваза где-то есть разбитая или с розой какая-то? У меня есть стакан с отверткой, если тебе надо. Смотри, у меня есть холодный суп, маска и спички. Это все, что ты заказал, потому что тебе мамка сегодня ничего не приготовила. Холодный суп, ваза и спички. Что, все еще просто было. Короче, мама приехала в гости. Я такой, дочь, она будет кормить. Тот приехал, поехал по магазинам. Я такой сижу, ну ладно, закажу пиццу. Хотел пожрать мамкиных харчей, бля. В итоге сидит, пиццу точит. Короче, я объясняю смысл игры всем, кто только подключился. Мы с Дангаром находимся в одном и том же помещении. Только он в прошлом, а я в будущем. И нам путем кооперации друг с другом нужно разгадать ебаный ящик, а ему там в комнате не умереть. То есть у меня есть какие-то... Дим, я суп подогреваю. Да ты мне глинзы сообщи, суп подогреваю. Подожди, может, какая-то последовательность должна быть. А может, я в супе могу скипятить маску? Не могу. Я не понимаю, какие линзы. Смотри, короче, давай я тебе объясню, что у меня есть. Вот по очереди комната. Первая комната – это печка, стол на столе. Стол? Шахматная доска, рядом стул, 4 картины и шкатулка, которую мы открыли. Следующая – ваза с розой, гроб, на котором написано «Альберт Вандербум», канделябр и все. Следующая комната, тут находится миска какая-то, зеркало, даже не знаю, как это, люстра, свеча, часы и комод. И потом дверь с витражами. Тебе говорят посмотреть на витраж. Тут же можно тыкать на объекты. Витраж. Ну, и что там? Там есть 3 стрелки? Три стрелки. Давайте объясню, что у меня на витраже нарисовано. Давай. На левом витраже это гора, потом ниже маска, шлем рыцарский, потом ниже ножик, потом куб, дерево и какая-то оригами бабочки. А что-то есть похожее на часы? У меня есть череп и глазик. Глазик, часы. Вот у меня глаз похож на часы. Там есть 3 стрелки? Только одна, которая ровно на... А, есть. Нет, не понимаю, Дим. Смотреть, объясняю мне, что надо. У меня есть, объектив фотоаппарата, понимаешь? У меня есть объектив фотоаппарата. Да. Вот ты же его крутишь, когда настраиваешь фокус, понимаешь? Да. Вот. Вот у меня для настройки фокуса есть 3 ползунка. То есть мне нужно из 3 этих ползунков настроить правильное положение, чтобы посмотреть на тебя. Ты мне должен сказать, что за ползунки. Понимаешь? Ну. Я маску одел. Ну? Может, я сейчас что-то увижу, подожди. Давай. Все, нашел. Ну, так... На витраже, когда одел маску. Так, а как понять, где секунда, где часы? Нет, ты мне говоришь... Ладно, смотри, время 6. Нет, а есть там, смотри, одна стрелочка с крестом на конце, другая стрелка со стрелкой на конце. Да, да, да. Вот, да. Говори мне, какую куда ставить. Так, стрелочка с кружком в самый низ смотрит. На 6 часов. На 6 часов. Ну? Да. А стрелочка, которая направляющая, на 9 часов. Ну? И крестик, соответственно, на 3 часа. Ну? Все, вот я смотрю на твою комнату. Теперь я вижу куб. Тебе надо, наверное, витраж теперь пятнашки решить. У тебя двигаются на витраже? Да, давай говори, куб видишь. Что ты видишь? Смотри, я вижу слева вверху цветная бабочка. Справа вверху. А как мне их перетаскивать? Я не понимаю. Я без понятия, я тебе говорю, что вижу. У меня есть 3 квадратика цветных, 3 квадратика черно-белых. У тебя тоже цветные и черно-белые? Ты не можешь крутить? Я? Дим,
Я не могу. Я могу только смотреть. Ничего. Ну, это же твоя комната. Я тыкаю, просто могу чуть-чуть передвигать камеру, все. Я даже тебя не вижу. Тебя бы увидел, испугался бы, наверное. Пятнашки не понимаю, как эти пятнашки тут работают, а? Ты можешь их... Ты попробуй просто две рандомных между собой поменять. Не обязательно соседние. Так, нет, они все заполнены. Чем? Для того, чтобы пятнашки двигались, они должно быть одно пустое. Так ты просто тыкни друг на друга, чтобы местами поменять. Так вот, я взял одну, ну? И тыкаю на другую, и они две выделяются. А, выдели гору, дерево и куб. Почему ты так думаешь? У меня потому что они черно-белые мигают. А вот. Ну. А я тебе о чем? Круги следующие, давай, теперь. Кружочек на 7 часов. На 7 часов. Стрелочка, которая указывает на 7, 8, 9, на 10. На 10. И на час крестик. Все, окей, смотрю обратно. Теперь тыкай бабочку и нож. Угу. Вот. Так, кружочек стал 6, 7, 8. 8. А, стрелочка 11. 11. Крестик 4. 4. Все, теперь нажимай бабочку, гору, куб и нож. Во, да, ё-моё, что так долго-то, а? Дальше, что ли, опять? Так, кружок на 12. Ёб твою мать. Ну? Стрелочка на 3. Ну? Крестик на 9. Ну? Бля, пиздец, у тебя убийца пришел. В смысле? А, это ты в маске? Это ты стоишь, ты красноволосая деваха, у тебя сзади гроб. Да. Бля. Я на тебя нажал, ты мне скример дал. Ебать, ты зачем меня скримеришь? Так, who is Z? Мне достижение вылетело. Вот это достижение who is Z? Ты зачем меня скримеришь, скажи, пожалуйста? О, открылось. Я отдалился назад и открылось. Это что такое? У тебя двери открылись? У меня как будто кто-то запищал. А, это мышь ебаная, иди отсюда нахуй. Она мне ломает аппаратуру. Значит, смотри, зрительный контакт с человеком в прошлом установлен. Задействуйте... Ё-моё, кто это? Я твой глаз вижу. Какой глаз? Задний? Ты такой голубоглазый передний? Смотришь, вы подсматриваешь за мной. Я, да. Я могу, да. Смотри, тебе нужно мне подсказать, куда вставить 6 переключателей. А мне нужно, блядь, дискету. Какую дискету нахуй найти? А, Дангар, 6 переключателей есть у тебя, нет? Он угодил, и глаз страшный. 6 переключателей? Бля, подходит смайлик, я ебал. Есть человечек подвешенный. Мне нужно 6 переключателей. Нет, мне... Дангар, смотри, я тебе объясняю. Сейчас меня не перебивай, слушай внимательно. У меня есть компьютер. Понимаешь? На моем компьютере пишут то, что сейчас нужно сделать. Как бы я тебе объясняю, что нужно сделать, ты у себя в прошлом ищешь что-то подходящее, и мы с тобой делаем по этой инструкции. Я тебе говорю, зрительный контакт с человеком в прошлом установлен. Первое, задействуйте 6 переключателей. Больше глаз в чат, больше глаз в чат. Страшный глаз, чтобы я обосрался, блядь. Больше страшный глаз в чат. Ищи переключатели. У меня тоже есть какие-то бумажки. А 6 переключателей мне надо? Я нашел 6 переключателей. Они у тебя как? Что показывают они у тебя? А у меня их надо правильно расположить. У тебя в каких они положениях? А, вот. Ну, вот, мне надо бумажку найти, чтобы тебе подсказать. Все, я ее нашел. Вот, ну. Давай, сначала верхний, потом... Ну, давай, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вверх, стрелочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вверх. Вверх. Вниз, вверх. Ну. Нижний теперь. Вниз, вниз, вниз. Все, вышла дискета, желтая флоппи-диск. Окей. Так, куда ее теперь вставить надо? А, все, я понял, куда вставить. Вставьте дискету. Вставляю. Окей. Так, загрузка программы, извлечение процента идут у меня. Сейчас я тебе скажу, что делать дальше. Бля, опять скримота. Гроб. Дангар, гроб. Да. А, сообщите код и нажмите Enter. Значит, смотри, код. Код. Знаешь, какой код? У тебя есть куда вводить код? Но. Буквенный. Говори. А...
Да. Берт. Да. НД. Да. Б. Да. Ом. Работает? Стоп. А, Б, Е, Р, Т. Ну? Н, Д, да. Б, О, М. Да. Одна О, не две. Нет, одна. Я ввел, но ничего не произошло. А куда ты ввел? Давай еще раз. А. Тебе по буквенно надо? Не, Аберт, я понял, нижнее. Ну, второе. Н, Д. Н, Д. Б, в смысле, ну как русское В, Б. Да, да, да. Потом О, М. И ничего не происходит. Я вроде вожу. А у тебя ничего не произошло в этот момент? Нет, мне ничего подсказывать. У меня еще, допустим, мигает, можно по-другому. Может, белые. Давай типа, по-другому. Л. Давай. Ва. Давай. Ер. Угу. О. О. Вот. Подошло? Открылся гроб. Подошло. Нажмите да. Enter. Все, окей. Нажимаю Enter. Контрольный... У него в гробу на сейчас лежит почему-то. Пусть ест. Это тебе, Дангар, подарок, что не сильно боялся. Значит, смотри. Контрольный вопрос после вскрытия гроба. Что ближе всего сердцу Альберта Вандербума? Четыре буквы. Четыре буквы? Да. Ай. Ай, сейчас. Д. Подожди, мне это щелкать надо. Ай, Д. А. А. В, Виктория. И Дав? Да. Ай, Дав, это фотография же какой-то гадалки. О, человек из прошлого размещает ключ от алтаря и получает три субстанции. Кость, плоть и кровь. Соберите, выберите инструкции. О. Где они? Не знаю. У тебя не есть, у меня есть инструкция на это. Я тебе скажу сейчас, что делать. Подожди. У тебя есть зуб, кровь и ухо, да? У меня есть зуб, ухо и шип. Кровь. Ну, понял, все. Ну, шип. Ну, кровь. И чё? Так, тебе надо вырвать зуб, видимо. Как понять, вырвать зуб? Взять козявку и оторвать ухо. Я что-то нажал, подожди. А у тебя есть кубическое устройство такое? На подожди. Котором три непонятные штуки. А, стой, подожди. Я, секунду. А, все, я понял. Короче, смотри, есть кость. Подожди. Человек из прошлого размещает ключ от алтаря и получает три субстанции. Угу. Нажмите стрелку и представьте, что? Что ты от меня хочешь? Ой, блядь. Короче, смотри. У тебя есть ключ от алтаря? Три. Да, есть треугольник. И у тебя есть три субстанции. Кость, плоть открыл, и кровь. Да. Ну, сейчас открывается. Смотри, я открываю да. кость. Идите к люку и сообщите человеку последовательность из прошлого. Добудьте кость. Давай. Смотри, я иду сюда. У меня открывается какая-то хуйня из раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, из 20 лампочек. У тебя есть 20 чего-то? Нет. Ну, у меня мигает... А, может быть, ты мне должен сообщить последовательность? Подожди, ты... я взял какую-то штуку, расширитель. А, мне надо таки зуб вырвать, охренеть. Так иди, вырви. Просто у меня есть 20 лампочек, и одна из них мигает. Я так понимаю, мне нужно эти лампочки нажимать. Или, может, мне себе надо зуб вырвать, чего? Вырви себе. А, это зуб! Стой, не вырывай! Не вырывай! Это зубы, Дангар, не вырывай! Вырви, знаешь, какой зуб? Вырви раз, два, три, четыре, пять. Пятый верхний сверху. Ой, блядь, пятый верхний подожди слева. Подожди мне понять, как его активировать. Пятый верхний слева, дери, Дангар, не думай. Надо отодрать подожди, пятый ты. Сверху зуб. Ой. Что? Выдрал? Я понял, как делать. Выдери. Ой, фу, ой, какие кривые они. Какой ты выдрал зуб-то раз, надо? Раз, два, три, четыре, пять. Пятый сверху. Пятый верхний. Пятый верхний слева, да. Ой, да, я на него нажал, и у него начал шататься второй снизу. Второй снизу. О, теперь... И мышка пищит. Теперь, короче, дергай третий слева верхний. Третий слева верхний клык.
дернул. Ну? Теперь у меня шатается раз, два, три, четыре, пять, шестой снизу. Шестой снизу. Так, теперь дергай сверху, третий справа уже. Справа. Справа. Угу. Первый справа, верхний. Верхний? Да. Все окей. Теперь, значит, нижний, четвертый слева. Угу. Третий справа, нижний. Так, значит, раз, два, три, четыре, пять. Шестой слева верхний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, все. Все? А нет, у меня шатается первый нижний. Слева. Слева. Все, заебись, мне этуф фор эбуф. Этуф фор этуф. Не знаю, что это. Я зуб забрал, короче. А, зуб, ты, окей, смотри. Так, теперь дальше. Теперь я сейчас тебе буду рассказывать инструкцию про плоть. У тебя есть плоть? Плоть это что? Подожди, посмотри сейчас. Плоть это ухо, там это какая-то нос. Плоть. Плоть это нос. Может быть. Подожди. У меня есть карандаш. Человек из прошлого должен зажечь свечи и положить дневник. Сообщите информацию из диафильмов, добудьте плоть. У тебя есть свеча и дневник? Да. Свеча есть. А дневник? Оценки там хорошие у тебя? Дневника не вижу, подожди, я еще. Я пойду посмотрю, что мне там открылось. О. Что это? Я зуб положил. Может, ты там зуб нашел? Я зуб нашел? Я зуб не находил. Так, подожди. И... А! Ну, у тебя есть... А, ты говорил, канделябра у тебя нет. Сейчас я подожгу свечи. Ты должен зажечь свечи подожжу. И положить дневник. Во, ключ я нашел еще один. Сейчас, подожди-ка. А куда мне диафильм-то ставить? А, вот он. Так, я нашел дневник. Все. Все, дневник, значит... Что про дневник было сказано? Зажечь свечи, положить дневник, сообщите информацию из диафильмов. Я тебе должен сообщить, у меня есть картинки и по 4 квадратика на каждой картинке. А куда дневник положить? Положить куда-то. А, вот, нашел. Нашел? Давай. Значит, смотри, да. У меня есть фотографии. У меня есть мужик с ребенком. У меня есть... Подожди. Ой, у меня тут прям... Я понял. Так, давай, сейчас сначала перекручу. Давай. Так, фотографии. У тебя они рядом находятся, все 4 фотографии, правильно? Ну, у меня они переключаются одна через одну. А у меня есть дневник, в котором... Ну, он скорее фотоальбом, нежели дневник, потому что тут есть место, куда вклеивать фотографии, и написано описание, видимо, того, что должно происходить. А, это, короче, там 4 места под фотографии, правильно? Да. Вот смотри, у тебя есть фотография, мужик играет в шахматы? У меня фотографии нет, у меня есть описание. Какие? Давай, первый лист. Как-то в детстве на меня напали пчелы. Братья и сестра надо мной смеялись. А эту фотографию клей в... Не, это ты, видимо, должен клеить. У меня нет фотографий. Как понять, я должен клеить? Ну смотри, у тебя там 4... У тебя как фотографии? У тебя 4 фотографии прям в ряд сейчас стоят? Нет, они у меня переключаются. Раз, два, три, четыре, три, опять. Подожди, я, бля, не понимаю. У меня 6 фотографий. Нет, видимо... А, Дим, смотри, мне надо понять, где эта фотография должна находиться. Так я тебе и говорю, что тебе нужно вклеивать давай, фотографию. Где она должна... Это правая и нижняя. Правая и нижняя, да. Давай дальше. Правая и нижняя, дальше какая? Ида разбила мне сердце. Ида разбила мне сердце? Вот сука. Так, Ида разбила мне сердце. Ну, судя по всему, это вот это вот. Это значит правая верхняя. Правая верхняя. Да. Так, дальше. Рождение моей дочери Розы было величайшим достижением моей жизни. Левая и нижняя. Левая и нижняя. Да. Вот.
Я работал на над кубическим устройством, чтобы установить контакт с будущим. Правое и нижнее. Правое и нижнее. Я знаю, что когда проигрываю партию в шахматы, то моя первая жизнь закончится. Левое и верхнее. Моя темная душа будет продолжать жить в будущем, ожидая воскрешения. Короче, там, что? Где... Вот эта душа, это правая верхняя. А вот там, где Ида разбила сердце, это тоже правая верхняя. Все открылось, открылось. Открылось? Я нашел скальпель. Бля, неправильно, ну ладно. А, все правильно, они же на одном месте находятся. И та правая верхняя, и эта правая верхняя, похуй. Так, ладно, ты нашел скальпель, допустим. Допустим. А, плоть, то есть у нас есть плоть. Правильно? Дальше кровь пошли искать. Ну, да. Значит, я открываю люк, который у меня с другой стороны получается. Значит, смотри, идите к люку, передайте информацию игроку из прошлого и найдите тайник. Добудьте кровь. Тебе нужно найти тайник. Подожди, сейчас будет. Тебе сейчас нужно найти тайник. Мы до этого плоть. Но я нашел скальпель. Ну, видимо, нормально. Надо отрезать. Отрежь чего-нибудь себе. Или ухо. Не, себе не надо, ему. Ну, хуйни ему ухо, ладно. Че? Мы ухо отрезали. Ну, нормально. Ты понимаешь, для этой игры эта хуйня вполне нормальна. У этой игры куча игр уже я проходил на прохождение. Тут, блядь, что только не бывает, это нормально. Скажи спасибо, тебе его есть не надо. Хотя почему бы и нет. Значит, смотри. У тебя есть где-то X, Y, Z, 1, 2, 3. Да, да, да. Давай, есть. Давай, говори. 2, Y, 3, Z, 1, X. Так, у меня завелся пылесос. Послание в глазу ворона, Дангар. Тебе нужно в глаз ворона зайти. Чего? Найди ворону. Послание в глазу ворона. Да. Y, 3, X, 1, Z, 2. Окей. Это, короче, кассовый аппарат. Послание в вашем отражении. В твоем, то есть. Чё там? 3, 1, 2, Z, Y, X. Короче, тебе сейчас нужно повернуться на ту стену, где стол, стул, свеча или фонарь и какой-то комод. Чего? Ну, тебе нужно повернуться лицом к стене, где стол, стул, свеча и какая-то тумбочка. А, все. Стол, стул, свеча и какая-то тумбочка. Вот справа тумбочка, туда показывает стрелочка. Там что-то есть у тебя. Справа тумбочка, туда показывает стрелочка. Нашел эту стену или нет? А, вот, вот ты шкатулку. О, ложку нашел. Вот. И там надпись X, Z, Y, 3, 1, 2. Съешьте горячий суп и найдите подарок. Съешьте горячий суп? И найдите подарок, да. Ага. Чего тебе не нравится? Сейчас ты там что-нибудь обнаружишь. Какой-нибудь зуб или кровь. 100%. О, я нашел там камень. А на камне? Камень похож на рубин, скорее всего. Я его взял. Я сейчас открою, видимо... А, о, так это кровь. Я нашел ушную палочку и колбу. Ну, ватную палочку и бутылку. А есть надписи-то еще? Не, подожди, мне, видимо, надо с этой вашей ватной палочкой залезть. Ну, это этот, как берется при ковиде. ПЦР. Палочку в нос засунуть. Да-да-да, ПЦР, вот. Опа, засунул, вытащил. Еще засунул. Ой, у него кровь пошла. Нормально, бери кровь. Все, взял. Все. Из другого носа кровь пошла. С какого другого? Я засунул в одну ноздрю, а пошла из другого. Так, ну смотри, нажмите X для возврата, Enter для подтверждения. Да, так, ты добыл кровь? Добыл. Сейчас добыл. Я положу, подожди. Дальше, секунду. Ты добыл плоть? Да, подожди. Все, Дим, сейчас все у тебя будет. Нет, подожди, ты добыл плоть? Да, я все добыл. Да, мне нужно теперь на компьютере все это сделать. Я просто не нажимал на компьютере подтверждение.
Добыл, да. Так, Enter. Да, блядь, иди в пизду, я же все это сделал. Сообщите последние зубов человеку с прошлого, добудьте кость. Ты кость добыл? Да все и добыл. А, подожди, все, закончить. Так, человек из прошлого собрал 3 субстанции. Введите код будущего. Чего? Так, а какой моя код? Дорогая Роза, когда ты прочитаешь это письмо, ты уже активируешь устройство, над которым я работал. Если использовать его правильно, то оно поможет одному человеку в 1984 году. Твоя задача — переместить кость, плоть и кровь в будущее. Твой любящий отец, Альберт. Ебать, у меня скрэм. 1984. У меня скрэм какой-то был сейчас. Вставьте кассету и сообщите время. Куда вставить? Тебе нужно время сейчас опять куда-то поставить будет. Сейчас я найду, куда Подожди, вставить кассету. У меня сейчас я нашел монетку. Подожди, пока ничего не находи. Так, время... Нихуя тут пошла музыка. Время, короче, Дангар, 14.35. 14.35. Да, ой. У меня какая-то хрень. Хардбас у меня какой-то. Я тебе говорю, у меня тоже хуярит. Бля, у меня отвертка упала, хорош. Так, у меня теперь есть отвертка. Подари, а мне ничего не упало пока. О, что-то где-то... О, ваза чего пойдет? Упала ваза, взял розу. Не, не взял розу. У меня упала ваза, и хоть мне надо с ней собрать, я говорю. И у меня упала ваза, и мне надо как-то ее склеить. Мне надо понять, что мне тут надо клеить. Сейчас, подожди, я откручиваю я какую-то хуйню. Нашел, ничего не надо клеить. Я откручиваю эти. Мы сейчас с тобой будем в шахматы играть. Ты в курсе? Видимо. Да, я нашел 2 шахматные фигуры. Белую и черную. Так, секунду. Бля, что-то у меня шашки здесь, а не шахматы. Так, подожди, я назад отойду, сейчас посмотрю, что происходит. Я открыл шахматную доску, вам обоим нужно завершить партию в шахматы. О, давай играть. У меня есть 2 шашки, у тебя тоже есть 2 шашки? Да. У тебя куда-то ходит? Ну, я их должен поставить куда-то. Где они у тебя стоят? Они у меня стоят 1А, 1F. Нет, черная где у тебя черная стоит? Черная 1А. Белая? Белая 1F. Угу. О, моя белая пошла на 6А. 6А. Угу. Так, смотри, черная пошла на 5Е. 5Е. Ага. Белая пошла на 3А. На 3А. Так, черная ушла на 1Е. 1Е. Белая ушла на 3F. Угу. Так, черная 3С. 3С. Белая на 1D. А чё же она её не съела-то? 1D, ну. Так, чёрная ушла на 6C. 6C. Белая ушла на 6D. На 6D. Всё, окей, мне дали, короче, дискету. Мне монетка открылась. А мне дискету дали. А мне монетку. А мне дискету, а у меня лучше. Вам обоим нужно завершить партию в шахматы для получения красной дискеты. Я получил. Так, теперь я вытаскиваю эту дискету нахуй и вставляю красную. Окей. Загучка, блядь. Загрузка программы скачка напряжения. Смотри, сейчас внимательно слушай, тут прям внимание написано. Человек из прошлого кладет монеты на глаза усопшего. Внимание, возможно, повреждение души. Ой. Положил монеты на глаза усопшего? Положил, и он превратился в какую-то черную фигуру. Ой, Дима, он за мной наблюдает. Так, направьте эту энергию на создание связи между прошлым и будущим. Золотой куб. У тебя есть золотой куб? Нет. Тогда нажимаю Enter. Бля, пиздец, что случилось? Блять, у меня все вылетело, нахуй.
Короче, он сейчас... Игра вылетела? Нет, у меня все сигналит красным, у меня что-то полетело. Бля, мышь ебаная опять где-то скворчит. Где эта мышь ебаная? Уйди отсюда, хватит. Сквик. Он за мной как-то очень стрёмно наблюдает. Да? Хорошо. Так. Настройте разрядку дыма газа. Задействуйте 6 переключателей, разорвите зрительный контакт. Чё? Настройте разрядку дыма газа. Это на ту... Есть дым-газ-то разрядка? Бля, разрядку надо по новой ставить. Которые вот три ползунка были. У тебя есть они? Ну, давай, да, давай. А верхняя левая? Верхняя левая. Вторая правая, самая дальняя. А потом два. А потом два, да. Не, не работает. Что-то не так ты мне говоришь. У меня других нет. Ой, у меня труп, этот, мумия это вылезла. Мумия вылезла? Он пополз, он ползет. Куда? Он тебе пополз. Ко мне? В смысле, блядь, ко мне? Нет, он поменял. Разорвите зрительный контакт. Он залез на печку, прикинь, он на печке сидит. Жарко, наверное, ему. Разорвите... Так, верхняя, третья. Подожди, сейчас перемотаю. Так, допустим, верхняя, третья. Нижняя, вторая, первая. Ага. И нижняя, последняя. Ага. Во, вот это правильно. Плюс предохранитель, хорошо. Дальше. Дальше нужно задействовать 6 переключателей перед ангар. Ой, он под зеркалом сидит. Переключатель. Вниз, вверх, вниз. Вниз, вверх, вверх. Окей, второй предохранитель есть. Дальше нужно эти, как его, стрелочки, линза, витраж. Уже почти пора. Чего? Он сказал мне. Уже почти пора. Так пора. Что? Витраж, витраж, часы, три стрелки. Так, кружок на 10. Ага. Что? Что ты сказал? Крестик на 6. Вот что мне удалось найти в интернете. Нихуя себе. Ну? Стрелочка направляющая, которая на 2. Так, я тебя вижу опять. Он за тобой стоит, Дангар, тебе пиздец. Да. Он стоит за тобой. Он скриманул. Мне нужно. Он скриманул мне. Так, наверное. Он мне скриманул, Дангар, пиздец. Мне нужна твоя помощь. Ой, началось. Крэнк пошел. И он убежал. Так, у меня что-то открылось. Сейчас все будет хорошо, по ходу дела. Так, я что-то нажимаю. 15-20, Дангар, 15-20. Ага. Ты установил время на 15-20? Да, установил. Все, зажегся свет нормально. Ой, молния ударила в зеркало. Так, смотри. Ой, не только зеркало. Ты человек из прошлого создал золотой куб, поместил его в кубическое устройство? Нет. Создай золотой куб. Как его создать? А я откуда знаю? У меня нет инструкции. Написано, чтобы ты создал золотой куб. Создал? Он на меня смотрит и показывает. Подожди. Мне придется использовать мой обвинение 1981. Чего? Нам придется использовать энергию с 1981. Тебе нужно сейчас создать куб. Чтобы создать новую связь с будущим. Ну, да. Золотой куб. Создай. Создаешься. Ты поместил его в кубическое устройство? Я понять бы, где это кубическое устройство. Ну такой квадратик куб. Помести куб устройства. Попусти. Сейчас, подожди. И начни процесс воскрешения. Ты поместил? Я не хочу. Страшно. А какое кубическое устройство? Ну квадрат такой. О, я вижу тебя. Ты поместил? Я вижу твою комнату. Ты поместил? Ну сейчас помещу. Поместил? Не могу. Почему? Не могу, я нажимаю, ну типа, я поместил, видимо, там дальше на что-то еще делать. Поместил, да. Каждому из вас нужно нажать на кнопку вниз и держать 10 секунд, нажимайте и держите одновременно. У тебя есть кнопка вниз? Давай. Давай. Есть. Раз, два, три. Один Миссисипи, два Миссисипи, три Миссисипи, четыре Миссисипи, пять Миссисипи, шесть Миссисипи, семь Миссисипи, восемь.
пиздец, все взорвалось нахуй. У меня какая-то хрень происходит, что там телепортируется непонятное, там создание какое-то там, не знаю. Бля, вторая глава, серьезно? Прошлая вторая глава. The future is ever changing. И что теперь? Да. Так, запитать баг для воскрешения. Чего? Нажмите и приведите для перемещения. Чего? Ё-моё, это прям как в бомбах. Я кручу тут вокруг устройства этого кубического. Игрушка стала трехмерной, Дим. Блять, а теперь все наоборот. Ты меня переместил в прошлое, нахуй. Ты в курсе? Нет, я у себя в прошлом. А у меня-то все двухмерным просто... стало? А, у тебя было трехмерно до этого? Да. Ёб твою мать, ты что наделал со мной? Давай сделаем перерыв, я встану, маленько разомнусь. Давай. Небольшой перерывчик. У меня сейчас у всех минус уши будут, а что поделать? Дайте я гляну, как-то у Димы там сейчас все выглядит чисто интересно. А, у него двух... а как до этого у него было? А, до этого у него было какое-то трехмерное, как в этой, в той игре, в которую мы играли. Где с бомбами. А теперь стало двухмерное. Прикольно. А мне наоборот, было двухмерное, стало трехмерное. Покажи нам, да как я вам выведу это на другом компьютере, я посмотрел. Не подглядываю, да не, ну просто я ж прошлое смотрел. То есть то, что было прошлое в будущем. Но на самом деле это осталось в прошлом. Или это будущее? Я не очень понимаю. Смотрите, Дима находится в будущем, но 5 минут назад он говорил мне, что делать. И я это делал. Что это для меня, чат, прошлое или будущее? А? Что-то, по-моему, не лучший день сегодня, чтобы о таком думать. Ой. Будущее из прошлого, а может быть, прошлое из будущего? Вообще, может быть такое, что если есть, смотрите, если есть настоящее, есть прошлое, и наверное, есть будущее. Не, ну ведь не факт, что будущее есть. Прошлое всегда есть, а будущее не факт, что есть. Однако в будущем же выйдет Jedi Fallen, ой, этот Survivor завтра, который я буду проходить на Твиче, не только... Какой Survivor? Какой Survivor? Какая интеграция только что была своего стрима? Вот тогда, ты посмотри. Бороться, знаешь. Так, ну смотри. Ну смотри, Дим, ты в прошлом, ты вот недавно мне говорил о том, что делать, правильно? Ну. Это на компьютере было написано. Правильно? Не понял. Дим, это у тебя было в прошлом. Как понять? Где это у меня было, в будущем или в прошлом? Что было? Если я же... Ты мне вот 5 минут назад говорил что-то делать. Ну? Это было в прошлом, правильно? В будущем. Я тебе из будущего говорил в твое прошлое. Ну вот, ты мне говорил. Для тебя это было прошлое, и у меня это тоже происходило. Так когда ты мне это говорил? В будущем или в прошлом? Это загадка такая? Да нет, просто бредогенератор, пока тебе не надо было эфир занять. Чё началось-то? Так, давай я сначала по комнате похожу, все пособираю. Посмотрю, что есть. Значит, у меня есть зеркало. Я, короче, постарела жестко, получается, написано в зеркале. Угу. Дальше у меня есть шкафы, нет ключа. У меня есть стул. Какие-то колбочки, не хватает тепла. Окей. У меня есть доска, у меня есть ящики, которые не открываются, у меня есть какой-то телепорт, и у меня есть
какая-то огромная колба, хуй пойми с чем. Что у тебя написано на компьютере, на мониторе? У меня нет компьютера, у меня есть куб. Пустой куб? У куба, как у вот в бомбе, который мы до этого играли, я могу крутить. У куба 4 стороны. На самом деле у него не 4, а 6 сторон должно быть, но тут 4 только. Потому что снизу и сверху пока ничего нет. Сверху есть какое-то отверстие, оно закрыто, а снизу я не знаю что. Так, короче, мне нужно запитать баг для воскрешения. У тебя есть на кубе Z, ZXY123? Есть. Нажми Z1, X2. Добро пожаловать в кубическое устройство 002C. Воскрешение. Поместите кость, плоть и кровь в устройство. Оно содержит комнату человека из будущего. Введите код подтверждения. Мы поместили кость, плоть и кровь в устройство? Я нет, не поместил. А я поместил? Ну, сейчас я проверю. Вроде оно помещено, да. Оно давай, говори цифры. Так, цифры говорю сейчас. Цифры, значит, Z1. Z1. X2. X2. 3Y. 3Y. Да. О, что-то произошло. Что произошло? Человек из будущего размещает черный куб в C9. Куда? C9. C9. S. А что такое 9. C9? Ну, C-буковка. А куда это разместить? А, все, вижу, C9, ну, размещаю. Сообщите код. Сообщи. А, видимо, 258. Нет. Как нет? Ну, у тебя мигает там, мигает. То, что беленький мигает, это надо сообщить. Подождите, нажмите стрелку для отдаления. Чего? У тебя на экране мигает 9 кнопок? У меня есть кнопки, но подари, но белые, может быть. Тебе сколько надо довести кнопок? Я без понятия, у меня такой же 3x3, просто этот. Давай мне яркие, которые. У меня посередине, который вот я тебе говорю, находятся белые. А, все окей. Человек с будущего активирует переключатель и сообщает стрелки. Красная, белая, черная. Я сообщаю? Да. Так, я сообщаю. Ну, я сообщаю. Давай. Черная 9. Ага. Красная 3. Ага. Белая 6. Ага. О, я смотрю в глазок. В меня? Нет, там какая-то тьма. Посмотри, там кость, кровь и плоть надо. Я нет, я 2. Значит, не в тебя. О, я вижу там, я вижу бабушку. Это я бабушка, да. С пучком. И вокруг нее летает призрак какой-то. Нет, он сидит в баке. Мумия вот эта, которая у меня была. Он в баке сидит, он в баке, не ври, не обманывай, не пугай. Да, в баке, во-во-во. Ну? Ну все. А у тебя есть там... У меня что-то открылось что-то. Что открылось? Я взял музыкальный ключ. Музыкальный ключ. Сейчас, посмотрю, куда он вставляется. Вот я нашел, куда он вставляется. Вставляй. Ну вот я бабушка, вот, старенькая. О. Ну? Чё дальше? Не хватает кофе. Не, неправильно. Чё неправильно? Да у меня тут это, фортепиано, это клавиши, это пианино, фортепиано открылись. У меня еще есть какой-то пылесос. Можно посасывать что-то. Так, ну ты что дальше-то говори мне, что делать? А, у меня, говорю, у меня есть... Да, блин, а что делать-то? Я дальше, дай посмотрю. Нет надписи никакой, нет. Я открыл музыкальную шкатулку. Мне надо наиграть какую-то мелодию. Мелодию наигрывай. Так ты мне скажи, какую мне мелодию наигрывать? А я у меня есть цифры 9.1.4. 9.1. А, это магнитофон. 9.1.4. У тебя буквы Е, Д, Е, С. Да. Е, Д, Е, С. Блин, я думал, тебе надо будет прям напевать. Это так интересно. Е, Д, Е, С. Е, Д,
цель. Не, один мне подходит. А еще раз, какие цифры? 91.4. А, 91.4, да, получается, другие буквы. А, Г, А, Б. Но это не мелодия. О, 72.0. Так, 72.0 это у нас С, Д, Е, Г. С, Д, Е, Г. С, Д, Е, Г. 85.3. Е, Д, Е, С. Е, Д, Е, С. Е, Д, Е, С. Е, Д, Е, С. 110.2. Сколько? Е, Д, Е, С. 110.2. 10? А, 110. Так, 110.2. Это длинный пароль какой-то сейчас будет. Давай. Б, А, Г, А. Бага, 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 А, Г, А. Нашел какой-то ключ, зубной ключ нашел. Вот, отлично, наконец-то. Ой, этот хрен у меня лазит, который у тебя мумия в Кобе, он у меня лазит по стенам. Мне не хватает кофе, Дангар, понимаешь? Кофе? Мне надо кофе где-то взять. Дальше что делать, говори. Так, я вставил ключ в зубной и отправил тебе, ой, я отправил тебе зуб, и у меня теперь... Ты мне отправил зуб? Типа переключать. У тебя есть какие-то 6 переключателей? Есть, есть, да, есть, есть. Сейчас есть, да. Давай, есть. Я буду говорить, где переключатель находится. Сейчас. Внизу, сверху вниз. Давай, сверху вниз, вниз, давай. В середине. Ага. Слева. Ага. Справа. Ага. Слева. Ага. В середине, в середине. Так, окей, у меня зуб. У меня мел. У меня мел и зуб. Угу. А мел, мелом надо что-то написать на доске. У меня есть доска, секунду. Сейчас я что-то напишу обидное. Ебать. А, у меня есть... А, X3, Z1, Y2. X3, Z1, Y2. Во. Во. Когда я буду лежать в своем гробу, мои глаза станут белыми, моя душа станет черной. Используй куб для связи с будущим. Принеси мне кость, плоть и кровь. Еще раз, заново, медленно. Тебе надо что? У тебя что там происходит? У меня есть все слова, которые ты назвал. Я так понимаю, их нужно по очереди нажать. Да, давай. Гробу. Гробу. Мои глаза. Нет, глаза. Душа. Черная. Куб. Куб. Будущим. В будущем. Кость. Кость. Плоть. Плоть это что? Курица? Плоть. Это и кровь. Все, окей, у меня молоток шевелится. О, мне молоток дали. А, теперь я могу разбить зуб, потому что на зубе была какая-то крестинка. А, ой, у меня пчела летает. Нормально, бей ее. Так, высасывай. Я не выдумал. Все, я все сделал. Пчела села на решетку радиаторную наподобие. А, все, я теперь добываю то же самое. Я теперь, я тело собираю. Я ему кости добыл из зуба. Он теперь у меня с костью. Так, Дангар, переходим на эти, на стрелки обратно. На стрелки разноцветные. На стрелки разноцветные? Да, я тебе поставлю новое время. Давай. Красная стрелка 9. 9, да? Ага. Белая 11. Ага. Черная 3. О. Я опять посмотрю в глазок. Опять тебя вижу. Опять я красивый. Я увидел кости. Я красивая? Кости собрались вот это в этом. Это я собрал из зуба, который ты мне прислал. Ага. Ох, нихуя себе ключ. Внезапно, блин. Так, а мне дали, да, мне дали отвертку для гаек. Ага, и мне надо открыть там, где села... Да, села. Муха села на варенье, вот и все стихотворение. Не сюда. Куда ключик применить?
Так, ключ в шкафчик, хорошо. Ой. А куда ключ-то делся? Ой, у меня тут эти... Короче, я открыл шкаф. Я тоже открыл штуку, и там надо... Как их название-то? Чертежи. Такие шестерни, короче, которые между собой соединяются. Три шестерни. Да, у меня их не три. У меня не хватает. Ну, у меня их три, но тут не хватает много. Так, у меня здесь есть, знаешь что? Нажмите на кнопку вниз, когда человек из прошлого найдет три шестеренки в тайниках. Ты нашел три шестеренки в тайниках? Нет. Почему? Ищу. Ищи. А, ну стоп, я нашел их, да, давай, нашел. Нашел, точно? Да. Сейчас, подожди, я крысу гоняю. Блин, она просто бегает. Так, ладно, нажимай кнопку вниз. Угу. А, у меня, короче, сейчас мигает переключатель из трех ползунков. У тебя есть переключатель из трех ползунков? Нет. Ну, где-нибудь на этом кубе переключ... А хотя есть, может быть, подожди. Ну, конечно, есть. Да, есть. Значит, они у тебя раз, два, три вертикально, правильно? Да. Значит, смотри, первый на четыре. Нет. Не то, подожди. Первый на четыре. Ну, первый на четыре. Нет, на четыре. Ну, вниз, на четвертую вниз. Двигай. Да нет, у меня есть только шестеренки, которые я могу крутить. Сейчас смотрю, что у меня еще есть. Так а нахуй мне шестеренки? Мне надо этот, как его? А, ты шестеренки можешь куда-то вставить? Я их могу крутить одну. Какую? Самую левую. А они у тебя снимаются? Нет. А, я, блядь, знаю, где тайники, ебаный отхлебанный. У тебя есть куб, правильно? Да. Вот... Сторона А у тебя, сторона А. Там стоит бутылка, ухо и третье еще окошко. Есть такое? Да. Вот слева первый тайник. С левой стороны первый тайник. Я его открыл. Это где шестеренки? Второй тайник сверху, прям над ухом. Наверху грани куба над ухом второй тайник. Где, подожди, на первой стороне, о которой ты говорил? Ну вот, да, у тебя сторона, бутылка, ухо и какой-то сейф. Да. Слева ты забрал первую шестеренку. Да. Вот вторая шестеренка находится с верхней грани над ухом. Вот, вижу, все. Нашел? О, нашел шестеренку. Ну, значит, давай. Третья шестеренка — это сторона Б. Там, где три шестеренки есть, какая-то микроволновка с проводом, видишь? Да, вижу, все нашел. Третью нашел тайник? Да. Все, вставляй их куда-нибудь. Вставил? Смотри, я два тайника нашел, а третий-то где? Блять. Ты какие нашел? Которые где бутылка и ухо? Да, бутылка и ухо нашел. А, вот все. И около бутылки еще один. Так ты же сказал, нашел там. Ну? Ну, нашел, ну, верхний нашел. Три шестеренки нашел, правильно? Да. Значит, теперь у тебя должны открыться где-то ползунки. Вставь шестеренки в это устройство, пусть работает. Да, я вставил. Открылось у тебя три ползунка? Так, вот, крутится. О, опустилась кукла Вуду. Она не есть три ползунка? Нет. В смысле нет? А что есть? Просто кукла Вуду. Да я в нее тыкаю, ничего. Вообще ничего? Она упала. Ну? Я взял крюк. Крюк, окей, крюк. Я, по-моему, понял, куда. Так. Крюк. О-о-о. Ну и что? Я тебе сейчас ухо отправлю. Ухо отправляй, давай. Ухо отправляй, говори мне последовательность. Вот, теперь у меня есть три ползунка. А, вот, давай, три ползунка. Ухо летает. Три давай. Ползунка, значит, смотри. Первый на четыре. Ага. Второй на один. Ага. Третий на три. Ага. О, у меня теперь стрелочки. Да вот, говори мне стрелочки. Лево. Ага. Вверх.
вниз, лево, вверх. Правильно, угадал. Так, теперь смотри, значит, Y3, X1, Z2. Подожди. Муха села на этот. Y3. X1. X1. Z2. Во. Лабиринт. Лабиринт. Давай, мне нужно протащить крючок из самой верхней левой клетки. Самый верхний левый, куда тебе надо протащить? На единичку? Без понятия. У меня просто... Давай, самая верхняя левая. Да. Право. 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 Низ. 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 Право. 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 Вверх. 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 Право. Право. Вниз. 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 Все, первое правильно. Угу. И чё? Теперь ты там же находишься? Да. Вверх, вверх. Вверх, вверх. Лево. Лево. Вниз, вниз. Вниз, вниз. Лево, лево. Лево, лево. Вверх, вверх. Вверх, вверх. Лево. Лево. Вниз, 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 вниз. Вниз. Сколько раз вниз? До какой клетки? До предпоследней внизу. Предпоследней, давай дальше. Право, право, право. Ага. Вниз, вправо, вверх, вверх. Правильно. Дальше давай. Вниз, вниз. Вниз, вниз. Влево. Влево. Вверх. Вверх. Лево, лево, лево. Лево, лево, лево. Вниз. Вниз. Влево, влево. Влево, влево. Вверх. 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 До третьей сверху. Ну неправильно, ебаный рот. Неправильно, почему? Блядь. Что, лишний верх нажал, что ли? Так да, ты мне говоришь вверх, 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 вверх. Я нажимаю вверх до упора. Нет, я сказал вверх, 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 вверх. А ты вверх, 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 вверх. Но я не говорю вверх. Я говорю вверх, вверх. Короче, вверх, я вверх. Сейчас нахожусь в опять самой верхней левой клетке. Тебе до какой идти? До третьей или до первой? До третьей. Право, вправо, право. Три вправо. Раз, два, три. Вниз. Вниз. Налево. Лево. До упора вниз. До упора вниз. Влево, влево. Влево, влево. Раз, раз, два, три, четыре. Не работает. Почему? Я не знаю, сейчас нахожусь. Первый столбец, третья строчка. Все правильно. Неправильно, право. Неправильно. А, опять вправо? Да. Вправо, один раз вправо сейчас. Да. Право. Вниз, вниз, вниз. Все, вот надо было. А ты вверх, 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 вверх. Не было вверх, 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 вверх. Было вверх, 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 вверх. Так, тебе ухо посыпалось или мне ухо посыпалось? У меня тебе где-то ухо появилось. Где-то в центре комнаты появилось ухо. Вот оно. Так, плюс ухо. Оно никак не снимается у меня. У меня просто висит ухо, заебись. И чё? И чё дальше? А дальше что-то можно нажать? О, у меня цифра 3 мигает. О. Бля, я взорвал... чего? Темный порошок. А, это кофе. Короче, я взорвал нахуй этот свой прибор. И у меня появился темный порошок. А-а-а. У меня появился кофе, хорошо. Угу. Не хватает плоти. Бля, теперь мне нужно ухо. А как мне снять с крючка ухо, Дангар? Тыкни. Оно не снимается никак. Три раза тыкни. Я тыкнул 500 раз, не работает. Но день рождения, Эрон. Кто? Поздравь Эрона с днем рождения. Эрон, с днем рождения, поздравляем, счастья, радости желаем. Кстати, я донат так и не читал, да? Который мажоры в чате. Угу. А, их немного, давай быстро зачитаю. Я тоже пока не читал.
Давай быстро зачитаем. Давай, давай, давай. Значит, тут Эшли... Сами дурацкие донаты еще некоторые посылают, так что аккуратнее. Привет, Дима, единственный ютубер, который так сильно поднимает настроение при просмотре. Оставайся таким же классным, если тебе не сложно, передай привет Полине Галиевой и Захару Кваснюку. Значит, Полине Галиевой и Захару Кваснюку мы приветствуем на ангаре вместе передаем всем чатам. Вот, значит, Винтер... Да, да, привет, привет, и с днем рождения, хочу сказать, поздравляем. Винтер, значит, спасибо, Бажор в чате. Дима, ты лучший геймер в мире, давай как-нибудь в ВК Плей постримим Фирхангер и Фирхангер 2 Термина, выбирай любую часть, только ты сможешь ее пройти, лучше глянуть пару гайдов в Стиме, пожалуйста. Не знаю, пока про это я не думаю, спасибо, Винтер, Бажор в чате. Так, Стим, я сейчас через персик подойду. Давай, и значит, Аника или Аника Воин, спасибо за контент, ты можешь сделать интересное прохождение любой игры. Спасибо, спасибо, Бажор в чате, спасибо, Аника, Аника. Но эта игра-то интересна сама по себе. Всем чатам привет передаю. Я не понимаю, как, чё, блядь, ухо висит. Мне не хватает плоти вот для этой вот хуйни. Запитать... Здравствуйте. Здравствуйте, Дангар. Здравствуйте, здравствуйте, всем привет. Здравствуйте, здравствуйте. Так, ну смотри, у меня... мне нужен еще один ключ, и я не понимаю, как снять ухо. А, скальпель, ёб твою мать. Скальпель, обрезать. Я скальпель в ящике нашел. И забыл, что тут можно двигать просто. Кусок плов... Фу, бля, я прыщ с него срезал. Я срезал сухо прыщ. Ужасная игра. Вот я, ну, я вот не люблю такое. Пошли, Дангар, шаг один. Пошли, Дангар, нажимать на цифры. 3х, 2z, 1y. 3х, 2z, 1y. Да. 3х, 2z, 1y. Ну? Ой, добавьте жидкости в следующем порядке. Давай. Куда добавлять-то? А, все, давай. Это прям тут прям хорошо описано, прикольно. Давай. Кислота. Ага. Вода. Подожди, кислота, вода, смотри, кофе. Тут я тебе объясню немного. Тут и 6 жидкостей, если что. Кислота, горячая кислота, вода, горячая вода, кофе, горячий кофе. Все, понял. Кислота, вода, все правильно было. Дальше. Горячий кофе. Горячий кофе есть. Шаг второй. 1Y, 3Z, 2Z. А, 1Y, 3X, 2Z. Ну? Так, если плоть треугольная. Квадратная. Какая у тебя? Квадратная. Квадратная. Если плоть квадратная. Вода, кофе, горячая вода. Они хитрые, они убрали подсказки теперь, что есть что, а? Как понять, что есть что? Ну, типа, до этого там была такая подсказочка, какой значок что обозначает, а теперь они это убрали. Так это ты должен был запомнить. Давай третий шаг. Ну да, да, да. 2Z. Угу. 1X. Угу. 3Y. Угу. Так, что у тебя? Волосы, прыщи, все гладко. У меня... прыщ с волосами, я не знаю. Волосы, значит, наверное. Волосы. Горячая кислота. Вода и горячая вода. Окей, все правильно. Шаг четвертый. Я какого-то гомункула выращиваю, короче. 1Y. Ну да. Дальше. 2Х. Можно прям быстро. 3Z. У меня глаз, зуб, нос. Глаз. Кислота, вода и горячая вода. Все завершено, Франкенштейн. Горячая. Бля, она поползла куда-то. Она уползает, Дунгер. Я вырастил. Ой, она у меня лазит тут по потолку. Она уползает. Все, она уползла. Она ползет, пизда руля. Так, стоп, а что оно? У меня ничего не произошло. Ну, у меня плоть. У тебя она поползла. У меня плоть что? Залезла. Так, все, у меня труп оброс теперь плотью. Все хорошо. Теперь меняем стрелки обратно. Стрелки. Красный, белый, черный. Ищу. Ищешь? Да, да, говори. А, красная 10. Красная 10. Белая черная. 2. Да ё-моё, черная. Черная 5. О.
Ну? Я смотрю на тебя. Ну, и каков я? Я вижу, как гомункул твой обрел плоть. Да, вот он, я его выращиваю. И мне дали... Блять, ко мне пчела приползла твоя. Че? Иди нахуй отсюда. Ты что сюда прилетел? Она будет вокруг ржать постоянно. Ебать вертолет. Так, вентиль я взял. Бля, она шкаф уронила и крыс сожрала. Да ладно. Ой, у меня пчела? Да, она огромная, блядь. Так, окей. У тебя вентиль был? А у меня есть вентиль тоже. Да, я тебе отравил кровь какую-то. Ну, не тебе, себе отправил только кровь. Так, и... Во, у меня открылась клавиатура. Откуда у них в таком году клавиатуры, блин? Так, я могу тебе подсказывать. А, ты мне должен подсказывать. Бля, я что-то завел. Уверен, что и ты, я тебя, не ты мне. Потому что у меня клавиатура, мне тыкать надо вроде бы. А у тебя есть значки крест, Т, руль, окно, двойное окно? Нет, у меня есть ворона, пчела, лось, мертвый человек. У меня такого нету. Ворона, пчела, лось, мертвый человек. О, я тыкнул. Ну? Дима, руль, быстрее. Че руль-то? Руль нажимай. Какой руль-то? А, руль. Руль нажимаю. Ну? Не успел. Давай, окей. Давай руль еще опять. Раз. Опять. Руль. Ну? И что? А, все. Дальше. А, буковка С. Буковка С. Все? Ну, ты говори, когда мне надо это надо же подтвердить. Неправильно. Опять руль. Руль, поехали. Руль есть. С, английская. С, все? Два символа надо. Окно пополам разделенное, квадрат пополам разделенное. Блять, давай дальше, окей, руль. Дальше С, окно. Подожди, С. Подожди, опять руль. Дальше С, окно. Вот окно. Руль. Руль. Мне надо быстро, потому что у меня время идет. У меня все взрывается. Подожди. Вот ты руль поставь. Вот сейчас поставь руль. Что будет, когда карта дойдет? У меня, смотри, у меня есть, короче... Руль поставил, все, ждем. Чего ждем-то? Нет. А, я понял, что надо. Все. Давай. Говори, когда будешь готов. Я готов. Руль. С. С. Квадратик пополам разделенный. Ну? Быстрее. Что, у меня на квадратике все. Руль. Стоп! Мне нужно Дальше. Говорить символы. Я нажимаю эти символы быстро и нажимаю кнопку. Если я не успею нажимать кнопку, у меня все взрывается. Мне нужно наполнить трубу. А у меня, короче, кнопка, которую я нажимаю, она, видимо, сбрасывает. Да, это RZ. RZ? RZ. Ну смотри. Я нажимаю, у меня появляется человек. Человек. Теперь мне нужно что-то еще нажать. А, я понял, что все, Дим. Смотри, что делаем. Давай. Я тебе говорю символ, ты нажимаешь на него, говоришь, что у тебя появляется. Да. Все, давай. Все, да. Руль. Квадрат пополам. Руль. Нет, подожди, в смысле квадрат пополам? Квадрат пополам. Я тебе нажимаю. Олень. Да потом уже поздно, я уже выключил, я тебе объясняю сейчас. Так давай включать сразу. Я нажимаю. У меня тоже на время эта хуйня. Ну, просто ты пойми, я нажимаю, у меня появляется символ. Ты говоришь, что у тебя этот символ значит, понял? Ну, да. Квадрат пополам. Олень. Олень. Дальше. Подари. Ой. Во, буковка Т. А уже поздно. Человек. А, руль. Ворона. Вишенка внизу слева. Дом. Окно. Дерево. Это которое? Дерево. Мини-дерево. Дерево? Блин, это дерево, я понял. Крест перевернутый.
Это шарик, где? Да поздно, блядь, шарик. Все, опять давай заново. Да смысл, крест. Ну, ну я же тебе говорил, дерево, а ты нет, дерево. У меня стрелка идет, я не могу. Ну это шарик, это не дерево. Ну какое же шарик, дерево, это шарик. Не бывает это такого ровного дерева. Ну дерево обычное, постриженное, ну. Да не бывает такого обычного дерева постриженного. Да посмотри, да кругом такие растут. Давай заново. В детстве что деревья не рисовал, у них все время такие еще закругленные. В детстве круглые всегда дерево, у меня такое оно нарисовано пиксельное. Да нет, еще дорубить как такие волны вокруг него, чтобы торчали. Так у меня такое и было, у меня такое и было, пиксельное здесь нарисовано. А, у меня просто шарик нарисован. Да какой шарик, это дерево. Ладно, давай. Давай заново. Да, готов? Да. Буковка С. Пчела. А, крест перевернутый. Глаз. Окно. Олень. А, квадрат пополам. Человек. Ой, палочка, и справа на ней в конце кружочек. Ворона. Буковка Т. Сердечко. Руль. Дерево. Вишенка. Снизу слева. Дом. Дом. Ой, фух, ну ты. А, все, что ли? Ой, у меня кровь вытащила из, вытекла из куба. Так у меня тоже кровь идет. Все, я собрал этого дурачка, походу. Ракетка для пинг-понга, правильно сейчас пишешь? Какая ракетка для пинг-понга? Я собрал мужика голову. Все, стрелочки по новой, стрелочки. Давай, давай. Красная 8. Ага. Черная 6. Ага. Белая 4. Во, я вижу. Вот. Бля, у меня куб замигал белым уже. У меня кровью все залилось. О, он прям ожил. А у меня скример был. Он прям человек, то есть. Да, у меня скример был. Ага. Чего теперь? Мне дали шестигранный ключ. Открывай шестигранную сейчас гайку. Я знаю, куда его надо. Вот сюда. А, подзорная труба какая-то. С какими-то цифрами. Помнишь, мы проходили вот этот 3 на 3? Ну? У меня, как там, можешь объясню, посередине белые, и верхний правый угол белые, и нижний левый белые. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Скажи мне, какие белые. Черные мне скажи, лучше черные скажи. По цифрам. Черное сказать? По цифрам. 1, 4, 6, 9. Черные? Да. 1, 4, 6, 9 точно? Да. А да. Белые у тебя какие? Ё-моё, ну я тебе сказал, остальные все. Ну скажи мне правильно, какие белые, давай. 2, 3, 5, 8, 7. Неправильно что-то. Может, наоборот? То неправильно. Ты мне неправильно цифры говоришь. Да правильно. У меня есть еще в другом месте нарисованы, но они не переключились. Они должны переключиться. Какие были? А, Дим, я смотри, куда я смотрю. Ты не туда смотришь вообще, 100%. А что? Мне надо смотреть на что-то. У меня их несколько. Что у тебя там нарисовано, когда надо вводить? Шахматы или что? А, свеча. Дроп. Свеча. Свеча, вот. А, черные 3, 8. Все правильно. Теперь у меня... Дальше. Рука с шахматой получается. Шахматы, да? Ну, получается. Ну, мужик, рука держит какую-то фигурку. Ну, видимо, шахматы. Давай, черные, говорю тебе. Да. 1, 4, 6, 9. Все правильно. Теперь часы. Да. Часы. Черные. 1, 5, 9. Все правильно. Теперь цветок. Роза. Два, пять. Два, пять, четыре. Все, окей. Я его, бля, воскресил только что.
поймает, пиздец. Практически все поймали, осталась последняя сторона, походу. У меня мужика колбасит не по-детски. Бля, я его выпустил, походу. Теперь он пополз. А, он оделся. It's you, my daughter. Моя дочь, это ты. It seems, кажется, прошло так много времени. Это я, да. И чё? You have brought me back to life. Ты вернула меня к жизни. We are not finished. Но мы еще не закончили. We are all trapped. Мы все заключены в кубы, которые мы создали. We have to find a way out. Нам нужно найти выход. Look into my pocket. Посмотри в мой карман. Так, все, Дангар, новые цифры, короче, новые вводные. 3x, Y2, 1z. 3x, Y2, 1z. Угу. Все окей. Так, когда я открою глаза, в будущем на мне будет маска, и я покажу тебе камни, и только тогда мы сможем сбежать из кубов, в которых мы заключены. Ну. Мне подчеркнуты слова, тебе надо вводить глаза, в будущем. Глаза, будущее, сейчас. Глаза, будущее. Маска. Маска. Камни. У меня камень назывался этот рубин. Ага, камни. Кубок. Куб, куб. Кубок, блядь. Ну, тут кубок. Пиздатый кубок, да. Так, у меня пал ключ от его ящика. У меня есть маска и олени рога. У меня три маски, получается. У меня, короче, маска музыкальная, маска снежная и маска оленя. У меня есть три маски, что мне делать? Может, маски надо... А, на него надо... Give me a mask. Дай мне маску. Да. А какую маску ему дать? Ты мне должен сказать, на какую маску мне дать. У меня пчела села на значок пчелы. Пчела села на значок пчелы? Да. У меня попугай. Знаешь, когда бывают такие янтарные картины, где вот у тебя, да не то, что янтарные, бывают картины, на которых вот есть обведенное место, куда ты приклеиваешь бабочек или там пчел, ну что-нибудь из насекомых. Вот у меня вот такой кружок, в котором нарисована была пчела, и вот она сейчас села туда. Чё? Я не знаю, у меня есть три маски, я могу на ожившего моего этого гомункула надевать маски. Там у тебя что еще есть? У меня, смотри, у меня есть полмаски, у меня есть снежная маска и маска оленя. У меня есть музыкальная маска, маска снежная и маска оленя. Как смотри, я тыкнул на пчелу, и она взорвалась. Ну, и что-то там это должно же и было у меня быть. У меня теперь три фигуры белые. Их надо как-то связать с масками. Музыка, снег и олень. Так, смотри, у меня первая фигура просто фигура, другая фигура с оленями рогами, третья фигура с половинчатой маской. Вот, вот у меня то же самое. Половина, белая и олень. Угу. И чё? Обычная, олень, потом белая, половинчатая. А у тебя нет никакого ромба, типа, чтобы туда рубин ставить, что-то такое, алмаз какой-то? Нет. Подожди, обычная маска, да? Первая у меня обычная маска идет. Обычная. Вторая оленья. Третья половинчатая. Подожди. Так, снежная маска, поехали. Идет снег. Опять часы, Дангар, опять часы. Ага, понял, сейчас. Это, короче, красная 11, угу. Белая 3, угу. Черная 7. Во, он у тебя за спиной находится, ты его прикрываешь. О, он вышел в маске. Да, в маске. Белый, в обычной. Белый, да. Он смотрит на меня в этой маске. У меня треснуло вот это зеркало. И мне дали иглу вуду. О.
Мне это что-то напоминает. Так, я беру иглу Вуду и вставляю в глаз. Ну? Колю. Ну? О, и вытащил алмаз. Вот. Куда мне этот алмаз теперь вставлять? Наверное, в первую. Не, подожди. Как понять? А что у тебя там вообще? У меня есть три фигуры. Ой, блин. Куда я могу вставить алмаз? Алмаз вставляй они в белую. В масках. Алмаз вставляй в белую. Они все белые. Ну, в обычную маску. Не в половину и не врага. В обычную. В обычную, да. Да, вставил. Так, дальше пошли олени. Олени пошли. Сейчас будет новое время. А, олени — это передать эти, как их, ползунки. Ползунки. Какие? Три ползунка, которые? Ну, три ползунка, да. Давай. Первый — 3. Ага. Последний — 5. Ой, второй — 5. Угу. Третий — 1. Во, о, еще алмаз. Красный алмаз, Дарья. Это вставляй в оленя. Так, теперь половинчатая маска. Половинчатая, сейчас найду что-то. А, теперь этот, а теперь приемник, приемник. Это, ну вот куда-то вводил цифры с нотами, которые я тебе, ты мне говорил 110. А, понял, понял, давай, давай. Вот FGDC, FGDC, FGDC. О, все, отлично. Это надевай на половинчатую маску. Угу. Все, они загораются по очереди. Все, как понять по очереди? Переворачиваются, крутятся. Ну? Этот чувак смотрит на меня. Смотрит. Золотой куб вытаскивается из деревянного куба. Ага. Он его схватил. Кто? Вот этот вот дух, мумия. У меня все нормально, никто ничего не хватает. Он смотрит на меня и показывает мне знаки. Первый знак. Сейчас. Вот эти вот. 3 на 3. А, 3 на 3, все, 3 на 3 иду. Иду в 3 на 3, давай. Мне черный называй. Ну, давай белый назову. Нет, черный, у меня нажимаются 2, черные. Это черные? 9. Нет, это белые. Ну, давай черный, ладно. Черный 1, называй, 3, потому что я... 1, 3, ну? 4, 5, 6, 8. Неправильно. В смысле? Это... Ладно, да, тут мне... они... Ну, давай... Ты мне черный давай назвал? Попробую так. 2. Сейчас нажимай 2. Подожди, я их сейчас обратно выключу. 2. 7. 7. 9. 9. Вот, заработало. Вот, они белые у меня почему-то. Я взял куб. Ага. Мне теперь нужно ему отдать? Будущее в прошлое. Give me the cube. Дай мне куб. Выход есть. The past. In the future. Прошлое в будущем, будущее в прошлом. Ключ поверни. A cube. Ой, pardon. Куб внутри куба. Бля, какая игра громкая, пизда. There is a way out. Место, мне говорит. Выход есть, он мне говорит. О, мне тоже говорю. To the lake. Where we both belong, my daughter. В будущем, он говорит. К озеру, где место для нас обоих, моя дочь. Я ему отдал куб в будущем. If the three gems are found... And the golden cube is revealed in the past. Будущее в прошлом, прошлое в будущем. Ну, если в прошлом обнаружен золотой куб, а золотой куб... Look closely into the cube I hold. Посмотри внимательно на куб. Both of you press and hold the middle of the cube for 10 seconds at the same time. Короче, нажимай на куб и держи 10 секунд. Давай, раз, два, три. На центр куба. Нажал. Все. Иди. Уже ворот это, да? Да, глюки пошли. Ты в куб как будто входишь, а? У меня пчела летит по лесу. У меня тоже. Я тоже в каком-то лесу.
Вы добрались до конца. Вы добрались до конца. Ты добрался до конца? Как насчет вашего партнера, да. Я, да, тоже нажимаю. Петля разорвана, пробел закрыт. Ага, дальше. На озере не существует времени, будущее и прошлое смешиваются в одно. Вы и второй человек дальше. Один и тот же. И теперь... Мы моления! И теперь... Ой, не моления, как там ее, блин, а? Радан! Теперь вы оба принадлежите озеру, где ваша душа будет процветать. Бля, я теперь дерево, короче. И ты тоже дерево. Мы Радан стали. Я не нет, короче, короче, смотри. Да, это великое дерево. Не-не-не-не. Это дерево из нет, колечек. Нет, это ты дерево, а я цветочек. Так Дима, это Дангар, да, действительно. Так Дангар, это Дима. Все, титры. Понимаешь? Ну, неплохая игра, на самом деле. Ну, как бы, просто сейчас почувствуй... Она интересная. Почувствуй себя этим, потому что в Стиме я читал отзывы, люди проходили за 40 минут и за час. А мы с тобой проходили ее 2 часа. Ну, стоп, подожди, подожди. Мы стримеры, мы... Немножко тут... Почему мы? Да почему ты обобщаешь? Так и говори. Во-первых, я... Смотри, во-первых, я летсплейщик. Ты говори за себя. Я стример, я немного тупой. Как так хотел сказать? Я это не причем. Это Дангар сказал про всех стримеров. Вот понимаешь, у тебя сейчас да заклип... Всех, у я тебя говорю, сейчас... Мы просто с тобой... Так, зрители у Дангара, сделайте клип и рассылайте всем стримерам с подписью «Дангар про стримеров». Дангар говорит, мы стримеры, мы немножко тупые. Я не сказал это, я сказал «ты». Ты, ты, ну, в смысле, ты, тормозящие, сказать, тупые, тупящие, что ты имел в виду? Трудящиеся люди. Да, 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 трудящиеся, конечно, люди, да. Вот ты врунишка. Так, ну что, ну мы 2 часа просидели, я думаю, тогда заканчивать надо, не будем уж мы с бомбой возиться. Ну давай, давай, действительно, тогда закончим. Я напомню... Мы хотели, на самом деле, 2 игры. Да, но мы думали, я просто думал, что мы эту быстро пройдем. Оказалось, что нет. Короче, смотрите, я напоминаю вам, у Дангара тоже есть стрим на ВК Плей, вот в рот енот кидает вам ссылку на канал. Я напоминаю, что здесь на ВК Плей у меня чуть ли не ежедневные унылые стримы, на которых нет вебки, на которых я не разговариваю практически, сижу с другим компьютером. Ой, да ладно, не разговариваешь практически, постоянно болтаешь. За другим микрофоном, тут чат живет своей жизнью, тут обсуждаются проблемы стариков, женщин, детей, всех подряд, у кого что болит, кто насколько старый, кто где учился, кто где работает, решают свои собственные проблемы. Собственно, если хотите просто уютно вечерками сидеть, то заходите. Есть специальный канал для оповещения таких стримов. Сейчас модер его в чат накидают. Вот. А мы сегодня с Дангаром молодцы. Мы сегодня с Дангаром, соответственно, прошли игру. И, значит, соответственно, нам с тобой Экстрим пишет. Дима и Дангар, спасибо вам обоим, что организовали для нас всех отличный развлекательный вечер. Всем здоровья. Спасибо, Экстрим, тебе за всем здоровье. Вот. Вот вам Сираль спасибо кидает. Большой рулер, спасибо большое, тоже за поддержку. Сираль кидает спасибо. Вам Купринов Алерт. Этот стрим специально, канал для оповещения об унылых стримах. А унылый стрим сегодня, наверное, будет. Я сейчас пойду поем и потом чуть-чуть посидим в SnowRunner покатаем. Да, так да, что, да. Дангар, ты в SnowRunner играешь? Тогда. Ты играешь в SnowRunner? Да я им уже не играю. Я в да это, ты, я ты просто скажи, что не умеешь. Ну ты не умеешь. Какой руль? Да какой нет, руль? Блин, ну давай, что ты врешь? Давай с рулем. Че, да, Дим, давай, у тебя же есть руль, стоп. А я пытался, он не работает. Давай, давай какую-нибудь игрушку, где можно рулить и по мере контракт симулятора или еще что-то. С каким с рулем? Я тебя вчера включал. Ты сидишь на фуре, катаешься, во-первых. Во-вторых, своровал мои вот эти все, вот эту мою идею. Первый в интернете придумал эти песни за деньги ставить. Какую? Песни за деньги ставить, это я первый в интернете придумал. Вот. Вообще-то не надо, я песни ставил не за деньги. Не, и за деньги тоже, но и не за деньги тоже. Вот, смотри. Потом ты сидел без руля, ты сидел и плакался, что у меня плохие... без руля? Ты сидел без руля, ты плакался. Ой, у меня такие плохие педали, я хочу вот хорошие педали, дорогие, хочу за 14 тысяч, нахуй, мне эти дешманские за 10. И все, и такой, ой, ладно, чатик, я пойду спать, идите нахрен. Я вот это вот застал, понимаешь? Не, это был самый конец, ты пришел в самом конце. Мы там знаешь, сколько какой рейс у нас долгий был? 3 рейса было за один присест. Какой? Это не хухры-мухры, а? Что ты врешь? Ну вот рейс у тебя был. У тебя не было рейса, я зашел на твои вот эти плачи, понимаешь? Нет, было. На плачи зашел. Было. Не было.
Вот, вот кто, кто знает, что действительно не было, тот плюс в чат поставит. Все. Вот сейчас смотри, вот смотри. Не, чатик, не так. В смысле, не так? Нет, нет, плюсы ставьте, кто знает, что ничего не было. Вот и все. Так что неправда, все было. Не надо обманывать. Хорошо посидели. Да, хорошо посидели. Вот, плюски ставят, это то, что все было. Это за то, что не было. Это мой чат, мой чат. Это мой чат, я им тут командую, понятно? Все, я сказал, что плюсы за это. Ладно, всем спасибо, кто был. Да? Заходите еще. Напоминаю, что... С днем рождения, кстати, ВКПлей, с днем рождения. ВКПлей, да, с днем рождения. Напоминаю, что в воскресенье будет субдай. Это для платных подписчиков Boosty и платных подписчиков VK Play Live. Подожди, а что надо, чтобы на субды и ты в доту поиграл? Надо ее написать в комментариях под тем постом, который я написал специально на Boosty. И чтобы она набрала наибольшее количество лайков. Так, чатик, я сейчас напишу доту с Дангаром, и вы ставите лайки. Так это только платные подписчики могут ставить. Все равно. Подписывайтесь, чатик. Но если так... Вот, так что всем до свидания, всем спасибо и всем этим. Вот, всем, то есть, до свидания, до следующего раза. Остальным будет недоступно. В этом смысл сабдея, это смысл, смысл день подписчиков. То есть, подписчики предлагают игры, именно подписчики. Это такой ивент, подписочный день. Для тех, кто платную подписку оформляет, он выбирает игры и, соответственно, рулит тем, что будет на... этом стриме. Стрим будет в воскресенье, так что приходите, не забывайте. Все, Дангар, давай. Да, давай, пока-пока. Написал в чате лайки, ставьте Dota 2 с Дангаром. Дангар вон нет, написал. Ничего, никакой Dota ставьте с Дангаром, ничего. Всем пока, этот, все, Дангар, уходи. Да, хватит байтить непонятно что. Все, давай. Это ж надо вот придумал человек забайтить на вот это вот. Серьезно, серьезно. Ладно, всем пока, всем спасибо, всем до следующего раза. Я пошел, и вы тоже все... Соответственно, идите есть, спать, отдыхать. Попозже я сюда. Все, окей. Все, окей. Всем до свидания. Всем, всем это до свидания.